В феврале этого года на бизнес-форуме «Дмитровские ростки» главный приз получила компания «Дёка Экстружен», производитель сайдинга, фасадов и водосточных систем. Вскоре после награждения мы побывали на этом замечательном дмитровском предприятии, чтобы узнать о сегодняшнем дне одного из лидеров российского рынка производителей материалов для загородного домостроения. Компания «Дёка Экстружен» вышла на рынок не так давно, в 2005-м, но сразу же доказала потребителям, что ставит качество собственного продукта превыше всего. Завод по производству винилового сайдинга, фасадных панелей и водостоков в Дмитрове оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых производителей экструзионной техники. 2018 год для компании «Дёка Экстружен» был достаточно сложным, но интересным. Мы существуем на рынке с 2005 года, и вот уже более 15 лет являемся лидером рынка фасадных материалов для малоэтажного строительства. Естественно, с каждым годом растет конкуренция, появляется больше производителей, но нашими основными тремя китами на протяжении этих лет оставались высокое качество продукции, высокая эффективность труда и наша великолепная команда. В 2009 году «Дёка Экстружен» запустила новое товарное направление — водосточные системы «Дёка», разработанные с учетом климатических условий России. В 2011 году в специально построенном новом цехе компания начала производство фасадных панелей под торговой маркой «Дёка Р». Ассортиментная линейка панелей представлена в 34 цветовых вариантах в 5 текстурах, имитирующих натуральный камень. В 2016 году в ассортиментную линейку добавлена еще одна текстура, и в полтора раза был увеличен объем производства. Рынок сбыта России у нас достаточно широкий. То есть мы сейчас, наша география охватывает фактически всю территорию России. Это торговые точки от Калининграда до Дальнего Востока. Если говорить о странах СНГ, мы работаем практически со всеми странами. Это и Казахстан, это и Беларусь, это и Молдова, и ряд других стран. Сейчас мы активно выходим на рынки Европы. Это Восточная и Южная Европа. Входим в Прибалтику. Есть даже опыт сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день холдинг группы «Дёка» – это 2 производственных комплекса. Завод по производству сайдинга, фасадных панелей и водостоков в Дмитрове и завод в Киржаче Владимирской области по производству гибкой битумной черепицы и кровельных рулонных материалов, а также головной офис в Москве. Холдинг в год способен выпускать 10 миллионов квадратных метров сайдинга, 5 миллионов погонных метров водосточных систем, 3 миллиона квадратных метров фасадных цокольных панелей и 12 миллионов квадратных метров гибкой черепицы. Вы регулярно там покупаете новое оборудование. Есть какие-то планы по оборудованию? Да, безусловно. На следующий год мы планируем расширить наш производственный парк. То есть мы закупаем некоторое количество пресс-форм. И, в принципе, модернизация оборудования – это наша постоянная тема. То есть мы каждый год вкладываем в это большие средства для того, чтобы не стоять на месте и сохранять наши позиции лидера. Без этого на данный момент просто невозможно. За годы работы на российском рынке торговая марка «Дёка» неоднократно и заслуженно становилась победителем и призером престижных международных и национальных премий, таких как «Бренд года», «Народная марка», «Компания года», «Лучший строительный сайт», «Европейский стандарт». В планах компании и дальше подтверждать лидирующие позиции на российском рынке фасадных и кровельных материалов.